Всем привет! Хочу рассказать про Royal Отель Трускавце. В номере был холодильник, он стоял тут. Только непонятно, куда его включать. Без розеток. Лампа стоит. Где розетка? Это меня первое смутило, как мы только заехали. Розеток в прямой досягаемости здесь нету. Вот, поэтому получается, либо вы заряжаете телефон, либо пользуетесь холодильником. Получилось, зарядка работает, а холодильник не работает, потому что вон торт стоит. Это первое, что я хотел. Второе. Есть типа теплый пул или что это такое? Когда я ее включил, пул оказался холодный. Только вот эта штука теплая. Далее, видите, моя нога, это другая эпопея, я расскажу попозже. Но тут плитка вся треснутая, не тут я порезал ногу, так чуть-чуть наступлю, вся потресканная. Если тут ступить ногой, понятно, что будет беда. Жалко, не видно, но тут сзади течет. В унитазе тоже течет, не работает одна кнопка. Вообще. Вызывали сантехников, они что-то подкрутили. Тут тоже текло. Ну, вот это починили и душ капал. Сейчас аккуратно ступлю, чтобы не видно ржавчина, потому что капал душ очень конкретно. Вон болтики даже какие-то валяются, откуда-то выпадали так аккуратненько. Чтобы не порезаться. Вот. Я заехал в этот номер. Но меня удивило еще на рецепции то. Все было отлично, приветствие. Все хорошо. Кстати, чайник тоже не сможем закипятить, потому что розеток нету нигде в районе нахождения чайник. Что люди сказали, что прожили 7 дней, и 5 из них не было холодной воды в номере. Но расскажу про ногу. Приехал на свой день рождения. Кстати, тут не было халатов, когда мы заехали. Мы час ждали халатов. Уже был вечер после ужина. Вот. И оставался час до бассейна. Пошли в бассейн. Только я пытался зайти в бассейн. Там одна ступенька была в воде. И больше не было ступенек в лесенке. И прыгнул. Ну, пришлось прыгать уже в воду, там было где-то по грудь. И как только я приземлился, сразу подушечка у большого пальца была полностью срезана. Больше, чем мой вот этот палец. Было много крови, пока я дошел там где-то присесть, целая лужа крови. Вот, но это еще не все. После того, как пришла медсестра, мне стало душно, я не мог дышать и упал в обморок. Там еле от меня откачали. Пока я приходил в себя, я кричал воздуха мне, чтобы меня хотя бы вынесли. На улицу пришлось самому практически выбегать. Там парень подхватил меня, забрал, чтобы я не на улице, а хотя бы в коридор, где есть воздух, подышал. Естественно, это было где-то 9 часов вечера. Уже голова не соображала, плохо себя чувствовал, пролежал полночи, пришла еще медсестра, поменяла повязку, потому что начала кровь течь очень сильно. Ну, когда отлежался уже после обморока, кровеносные сосуды начали хорошо работать. Вот, и кровь полилась. Он даже чуть на простынь заляпал. Вот, что еще про отель сказать? Ну, светильники светят, но он так практически висят над головой, кажется, что оторвутся. Кондиционеры не пользовались, просто даже не трогали, чтобы не боялись. Тут это непонятно, что за это, тоже сломан розетка. Вот, кстати, не работает вытяжка. Разницы никакой. Горит лампочка, а вытяжка-то не работает. Вот такие у нас впечатления про отель. То есть мы
переспали ночь, потому что мне было плохо после вчера. Еще раз покажу вам. А, еще плитка очень ровная, если присмотреться. Ну, в кавычках, то есть. Мало того, что тут вот все трещины. Сейчас я это еще покажу. Но тут еще перепады огромные. А, кстати, смотрите. Очень классно. Короче, если надо, плитка вынимается, чтобы не порезаться, конечно. Не буду уже трогать. Короче, все. И туда вот вниз пошло. То есть пол такой надутый. Вот такие у нас отзывы про Royal Hotel. Смотрите, выбирайте сами.